Да у них уши завянут, если я скажу. Латыш. Да как тут там? Вернулся из Америки. Ну, мы победили. Хороший парень. Царь пушка. Как ты провел лето? Хорошо. Прекрасно. Прекрасно. Супер, был с семьей, в Испании отдыхали полтора месяца, круто. Заебись. Четко. Что ты делал прошедшим летом? Тренировался. Родил дочку. Тренировался. Вернулся из Америки. Водочки нам принеси. Мы домой летим. Что для тебя начало сезона? Хоккей. Праздник. Хоккей. Праздник. Это просто праздник какой-то. На площадке какого размера тебе комфортнее играть? Финск. 3x3. Пока не понял. Без разницы. Если бы тебя звали не Игорь, то? Максим. Если бы тебя звали не Алексей, то? Семен. Если бы тебя звали не Андрей, то? Мирон. Что? Если бы тебя звали не Вадим, то? Микс. Хорош. В чем секрет Максима Чудинова? Ритуал чудит. В его ногах. Ты бы лучше спросил, в чем секрет Максима Финогенова. Царь пушка. Если бы ты делал челлендж, то кого бы ты достал? Да. Брюквина. Владимира Галузина. Баллоны. Чего, блядь? Судобный или несудобный? Судобный. Неудобный. Судобный. По-всякому. Изи, изи. Продолжу фразу. Игра была равна? Но мы победили. Играли два мастера. Играли два профессионала. Мы с тобой вместе. Нет. КХМ легализовал аренду. Что нужно еще легализовать? Дальше. Ничего, все прекрасно. Аккуратнее с языком, молодой человек. Не знаю. Это не легализует. Что больше всего не нравится в хоккейной экипировке? Одеваться. Изолента. Не знаю. Ракушка. Я лыжник. С кем бы ты хотел сделать фото? Дальше. С Кучером. Сам с собой, селфи. С Чайком. О, понял ответ. Что бы ты рекламировал, если бы выбирал сам? Одежда. Сникерс. Ну что, куча. Ну что, капелька. Хоккейный клуб «Динамо Москва». С кем бы ты хотел сыграть в одной связке? Связки? Я не могу играть в связке. У меня прекрасные партнеры. С Валерием Ивановичем Васильевым. Допустим, кто мог бы еще с тобой быть вратарем и защищать ворота лучше? Владислав Александрович, наверное. С Миксом. Почему нет? Что тебя больше всего бесит? Одеваться. Когда конек рассказывает. Микс. Ты. Твое любимое ругательное слово. Дальше. Блин. Микс. Да у них уши завянут, если я скажу. Одно. Нет. Ты что, запикаешь? А что, все равно непонятно будет. По губам, конечно. Не. Пиздец нахуй, блять! And they're just like screaming. Какой самый страшный сон? Проигранная игра. Я выиграл $1,000,000. Латыш. Не знаю. Seven. Six. Если бы не хоккей, то что? Футбол. Футбол. Хоккей. Хороший парень. Раунд!